Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Илья Фролов обошел столичных спортсменов на зимнем турнире по пятиборью. Синхронисты на льду принесли бронзу в копилку Самарской области. Самарский раперист выиграл первенство России. Раперист из Самары Кирилл Бородачев стал победителем первенства России по фехтованию, которое проходит в эти дни в Сочи. В нем участвуют сильнейшие спортсмены страны не старше 21 года. В турнире раперистов за медали боролся 71 фехтовальщик. Кирилл Бородачев успешно преодолел отборочный этап, а после взял верх над соперниками из Санкт-Петербурга, Ярославля, Башкортостана и Московской области. В финальном матче самарец победил Алексея Чуева из Нижегородской области 15-12. Самарская команда заняла третье место в Йошкар-Оле на чемпионате России по синхронному катанию на коньках. Они выиграли бронзовую медаль в программе «Мастер спорта». Серебро отправилось в Казань, золото забрала команда из Санкт-Петербурга. Трехкратный чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов, представляющий Самарскую область, выиграл всероссийский зимний турнир в Москве. Второе место занял москвич Данил Калимулин, а замкнул тройку лидеров еще один столичный пятиборец Александр Савкин. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.